китайский древний свиток, что зовется Вселенной Четырех Богов, в руках обычной школьницы вдруг оказался. Деву Миаку сказание волшебство приворожило, и попала она из мира реальности прямо на страницы книги. И началась повесть сия жрицы Сузаку, коей стала Миака семерых хранителей собрать сумевшей, отчего сила ей дана была желание любое исполнять. И загадала дева вернуться в мир реальности, да не одна, а с верным хранителем Тамахоме, что сердцу дорог стал навеки. Это твой мир, Миака! Значит, у нас получилось! Мы оказались в реальном мире! Кажется, бог Судзаку исполнил мое заветное желание! Мы останемся вместе навсегда! Старая горга здесь! Молчи, неблагодарный смерть! Волшебница Тайцукун, как вы оказались здесь? Опасное желание ты загадала, досточтимая жрица Миака. Отправила ты возлюбленного в свой мир. Однако не место персонажу книжному в реальности. Но разве мы не заслужили быть вместе после стольких препятствий, что преодолели во Вселенной Четырех Богов? Не под силу божеству Сузаку осуществить столь сильное желание твое. Хаос, несчастье и разрушение обрушились на Вселенную Четырех Богов. Теперь и эту реальность ждут злоключения, ибо миров баланс нарушен. Мой мир разрушен? Но как же наши друзья? Хранители, император, все пали жертвами вашего бегства безрассудного. Придется сызново собирать всех семерых хранителей, дабы объединить их силы и спасти обе вселенные. Но ведь ты сказала, что все хранители погибли. Возродились они в современном мире, в этой реальности. Что? Они здесь? В Токио? Не просто все. Обретя реальные тела, о прошлом хранителей не помнят они нисколько. Держите шар хрустальный. Отобразит он в себе сакральные иероглифы, метки, что хранителям принадлежать лишь могут. Жрица, собери хранителей, призови Сузаку и попроси восстановить оба мира. Поторопись, Миака, пока возмездие не настигло этот мир. Токио такой необычный, Миака! Судя по разряженной толпе, мы где-то в районе Акихабара, Мекки косплееров. Тут еще какой-то аниме-фестиваль. Фух, хорошо, что мы именно здесь, и наши наряды не бросаются в глаза. Заходите в наше мейк-кафе! Мяу! А в нашем мейк-кафе вы сможете пойти искать котиков. Мяу! Флайер с 20% скидкой на лайф лучших рок-групп! Загляните в кабаре косплей на Акихабаре. Там такие красавцы. Ах! Смотри, в хрустальном шаре появилась метка. Но кто может быть ее носителем? Мне кажется, сила хранителя исходит от того подозрительного типа. Это же Мицукаги! Мы тебя нашли! Мицукаги! Смотреть можно, трогать нельзя. Он нас не узнал, как и предрекала Тайцукун. Миака, смотри! В шаре отображается сразу несколько иероглифов. Это означает... Что сразу несколько хранителей могут находиться в этом заведении. Добро пожаловать в наше кабаре! О, хранители точно здесь! Ах, это же Таски! Парень, у вас есть Марико и Хатахори? Что? Ну, или Чичири... Чирико? О, это название коктейлей. Могу угостить фирменным напитком нашего заведения. Угощение от заведения. Еда! Приятного аппетита, леди. Да-да, сейчас к вам подойду. Мяка, это же Чирико. Еще один хранитель. Что? У всех жрица как жрица, а у нас обожрица. А вы знаете, что в наш клуб приходят из-за зрелищ? Они довольно специфичные, но мы лучшие в нашем квартале. А? Что вы имеете в виду? Леди и джентльмены, поприветствуйте!
среди наших блистательных артистов кабаре на Акихабаре. With all my soul, sister, let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Почему я это сказала? Может быть, хоть в этой жизни тебе повезло больше, и ты родился женщиной? Что ты делаешь? Ага, я так и знала! Ах ты, гадина! И император Хатахори в женских тряпках. Что с этим миром не так? Оставаться на своих местах. Это полиция нравов. Медленно поднимите руки вверх. За что? В чем проблема, офицеры? Работники данного заведения обвиняются в том, что вводят в заблуждение горожан, рассчитывающих посетить безобидное косплей-кафе. А на деле тут проводится шоу сомнительного характера. Мужики, нас раскрывают! Я протестую. Это искусство. Да вам самое место на улице красных фонарей. А это уже оскорбление. Защищайтесь. Си, Рета Шанель! Вы пожалеете об этом. Что это за убийственная мелодия? Скажу с ума! Это же знаменитая Фрида, а не больше! Она вас уничтожит! Надо ее остановить! Я не могу сдвинуться с места! Заколебал! Испортил мое шоу! Ну, кореш, считай, свезло! Еще немного, то все, кранты! Раз-раз! Меня слышно? Друзья, я так рада, что мы с Томахома нашли вас. Все семь хранителей и я, ваша жрица Мяка, снова вместе. Вы не помните ваше прошлое, но сейчас обоим нашим мирам грозит разрушение. Давайте призовем бога Судзаку, чтобы он вернулся на круги своя. Что за бред несет эта девица? Ненавижу женщин. Мое шоу! Этот стресс плохо скажется на моем лице. Какой убыточный вечер. Плакали наши денежки, однако. Денежки? Я люблю денежки. Друзья, ну куда же вы? Вы ведь обещали меня защищать. Как же вселенная четырех богов? Как же спасение мира? Вы покинули меня? Вы не помните, как мы сражались бок о бок во вселенной четырех богов? Как мы стали лучшими друзьями? Как вы стали для меня самыми важными людьми на свете? Нурико, Хатахори, Чичири, Таски, Чирико, Мицукаки, Томохоме. Вас больше не существует. Я совсем одна. Мяка, Мяка, держись. Не отчаивайся, Мяка. Томохома? Нурико? Жрица Судзаку, взбодрись. Твои хранители пытаются пробиться сквозь барьер забвения. Я Субару, управляющая временем.
я верну твоим друзьям память о доблестном прошлом, о тех временах, когда они были хранителями Судзаку. Но ты должна поверить в их силы. Я верю. Глупые, чего ты опять ревешь? Эти женщины только и умеют, что разводить сырость. Мяка, мы поклялись тебя защищать. Это наш долг как хранителей. Вы меня вспомнили? Неужели ты думала, что мы тебя оставим? Барьер забвения был силен, однако. Чудо, что мы смогли преодолеть его. Теперь бога Судзаку вы можете призвать и желание загадать, чтобы мира оба спасти. Старые короля! Однако история вселенной четырех богов на этом не закончится. Теперь таинственной книге сией нужна новая жрица. Та дева, что возьмет в руки божественную книгу, откроет сказание следующую главу. Ого! Указывает шар магический, что дева сия рядом. Что? Новая жрица? Где же? Вон там. Шар показывает цифру 5 и цифру 2. Значит, жрица сидит в зрительном зале. 5-й ряд, 2-е место. Великая повесть, вселенная четырех богов, находится под сиденьем твоим, о юное дева. Взгляни да поищи, не там ли книга? Покажи свою находку. Жрицари избрали тебя, силы высшие. Но осторожнее будь с тем даром судьбы. Откроешь книгу чуть, и поглотит тебя она. Не бойся, ты обретешь верных друзей на всю жизнь. Оглянись! Возможно, твои хранители находятся прямо здесь, около тебя! Мои поздравления, однако! Мои соболезнования! Ай-яй-яй! То есть поздравляю! Пора спешить! Судзаку призывает хранителей и жрицу! Судзаку, призываю! Прошу, исполни первое желание! Желаю! Чтобы баланс миров восстановился. Исполни же второе мое желание. Пусть империя Кона, в которой живут хранители, процветает под покровительством новой жрицы Судзаку во веки веков. И последнее желание. Пусть всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже пройдет дальше!